Во время экскурсии вы увидите цех разлива и галерею выдержки вина в бочках. А затем дегустация. Красное вино улучшает работу мозга, укрепляет иммунитет нервных клеток. Благодаря ему поднимается уровень эстрогена. Красиво. Холодно. Это воздух какой. Свежий, соленый. Отличное сочетание. Прям сила и сплошное здоровье. Я имел в виду душевное здоровье.